шакал боротьби будеш давала ще за принциповий суперник? Ну, действительно, да. Борьбы было много сегодня, и никто не хотел выступать. Наверное, это все-таки в связи с тем, как мы провели прошлый матч, да, проиграли с крупным счетом, и знаем, что много болельщиков нас смотрят, и такой клуб, как «Динамо», не должен проигрывать с таким счетом даже на сборах. Поэтому сегодня все старались, все бились, но не удалось победить. Ты весь час на полі, коли був капітаном, заводив всіх, підказував. Це обов'язок капітана, чи це ти сам це завжди зробиш? Ну, я думаю, що нужно завжди підказувати, да, вне зависимости, капітан ти или не капітан. Всегда легче грати, коли є діловий підказ. Не просто там пихач, да, устраивать на футбольном поле, а подсказывать друг другу, тогда всегда проще и легче играть. И тем более сейчас много молодых ребят, и которым нужно помогать. Тем более, что ребята талантливые, видно, что у них большое будущее. Нужно только подсказывать и направлять в правильное русло.